Радио 54. Добавим новогоднего настроения в эфир. All the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. The sun's so bright, so happy, and the brows some kind of popping. Lights are turned out now, let it snow, let it snow, let it snow. Ой, спасибо. С наступающим Новым годом. Да, спасибо. Всех, да. Это песня Фрэнка Синатры, да? Или нет? Это нет. Или ее кто только не пел, да? Да, ее пели многие, поэтому она такая народная, американская народная песня про Новый год, про снег, про то, что вот все, что с этим связано и так далее. Может быть, Таисия стоит, что ли? Да, давайте я исполню Сэма песню. Брауна. Да, так. У меня песня знаменитой певицы Сэм Браун британской. Это... Песня 88-го. Нет? Стоп, точно. Да, песня самая знаменитая, стоп. All that I have is all that you've given me. Did you ever worry that I came to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I found your lie that I can't believe it's true. Oh. Up in her arms, I see you across the street. Oh yeah. I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh yeah. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you know the only one, oh, you'd better stop before you tear me all apart. You'd better stop before you get and break my heart. Oh, you'd better stop. Я даже стул схватил, стал танцевать. Не выдержал. 16 плюс. 16 плюс. Замечательно. Ну, мы старались. Мы не будем называть название группы и даже название песни. Мы просто споем. А мы угадаем. Конечно. Да, хорошо. Итак. Have you ever seen the rain? I would know. Have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Yeah! Заслуженный артист России Игорь Зенин! Have you ever seen the rain? I would know. Have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Yes, bitch. Очень трудно было остановить заслуженного расиста. Заслуженного артиста России Игоря Зенина. С первого раза не получилось. Только со второго. И выговорить тоже сложно. Дело в том, что не все очень четко произносят слова в этом проекте. Кто-то их шепляет. Но это Криденс, да? Нет, да, точно, да. Криденс. Твоя область. Новосибирск. 106.2 FM.